В Дагестане в скором времени может появиться должность помощника председателя правительства, которую займет человек с ограниченными возможностями. Он будет выражать позицию инвалидов и докладывать об их проблемах премьеру. Об этом сообщил глава Кабмина республики Артем Сдунов на встрече с активистом-инвалидом первой группы Рашидом Соломановым. В ходе встречи он рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются дагестанцы с ограниченными возможностями. Также он поднял вопрос о строительстве реабилитационного центра для инвалидов. Артем Сдунов поручил изучить этот вопрос. Посмотрите по ПСД, сколько это стоит. Сейчас идет формирование бюджета. Включается, нет ПСД, надо, значит, потратить деньги и сделать это ПСД. И заявиться в программу, получить федеральные средства. Все очень понятно. Не замахивайтесь на супер-мега-проект, это долго. Вот сейчас просят, вы просите, да, чтобы там, во-первых, доступная среда была, там были медицинские компоненты, массажи, какие-то элементарные процедуры. Давайте сделаем то, что они просят. Сейчас... Значит, задачу делим на первый шаг, делаем ПСД и экспертизу. И заявляемся вот на ту программу, которую мы будем делать. И это делать, и опять же, это делать надо быстро.